Всем известно выражение «движение – это жизнь». И действительно, сколько движений совершают наши суставы. Например, суставы пальцев рук на протяжении жизни человека совершают 25 миллионов сгибаний и разгибаний. А если пойти в обуви на каблуках, то нагрузка на коленные суставы увеличится на 23%. И еще, каждый 25% или каждый четвертый житель Земли периодически жалуются на боли в суставах. А в 60 лет уже каждый второй жалуется на боли в суставах. Но есть такая формула. Если делать в неделю 3000 шагов 3 раза и добавить прием натуральных добавок к пище для суставов, то боли можно уменьшить в 2 раза. В составе Bad Enjoying Tea входят такие компоненты, как глюкозамин, хондроитин и метилсульфанилметан, МСМ. И четвертый компонент – это экстракт бамбука. Вот среди биологически активных добавок для суставов, вообще средств для сохранения суставов, укрепления суставов, сочетание, например, глюкозамина и хондроитин. Там хондроитин и МСМ. А вот такого сочетания, чтобы, во-первых, три компонента – глюкозамин, хондроитин и МСМ – были вместе. И еще четвертая добавка – это экстракт бамбука. Это вот эксклюзивная формула компании Vision, потому что глюкозамин и хондроитин – это, в общем-то, строительный материал для хряща. Хочу заметить, что здесь они тоже натурального происхождения, и глюкозамин и хондроитин получают из хрящей и плавников акул. Вот. Глюкозамин и хондроитин, что они делают? Это строительный материал для создания хрящевой ткани, во-первых. Во-вторых, хондроитин, он способствует тому, чтобы вот жидкость, которая находится в губчатом... Хрящ представляет собой такое губчатое вещество, и в нем как бы такие пузырьки жидкости. Когда хрящ вот меньше становится жидкости в хряще, он как бы теряет свою вот такую вот упругость и амортизирующие свойства его снижаются. А вот хондроитин, он как раз способствует тому, чтобы эти пузырьки жидкости, эти водяные подушечки в хряще, чтобы они сохранялись. И то есть он предотвращает, во-первых, хрящ от дегенерации, защищает его. Во-вторых, восстанавливает хрящ. И еще, что немаловажно, увеличивает количество внутрисуставной жидкости, как бы смазки, облегчает движение в суставах. МСМ, серосодержащее вещество, оно убирает всякие воспаления, которые возникают в суставе при его вот таких дегенеративных изменениях. Ну, кстати, это не только возрастные могут быть изменения. Страдать суставы могут при чрезмерной физической нагрузке. Страдать суставы могут при, например, активных занятиях спортом. У танцоров страдают суставы даже в молодом возрасте. Ну, так вот, метилсульфанилметан, он обладает антиоксидантным действием очень хорошим. То есть у него есть обезболивающий эффект, и плюс он еще снимает воспаление в суставе, облегчается при этом движение. Чуть-чуть подробнее хотела поговорить про экстракт бамбука. Ну, вы знаете, что бамбук – это вообще растение на Земле одно из самых таких прочных и эластичных. И за счет чего? В его составе очень высокое содержание кремния. И вот как раз кремний-то и помогает восстанавливаться хрящевым структурам. Кремний помогает восстанавливаться связкам, хрящам, то есть всем соединительным тканным структурам, что, кстати, положительно еще сказывается на состоянии кожи, потому что в коже много коллагена и эластина, а когда мы получаем дополнительное количество кремния, то их синтез усиливается. В составе этой продукции детокс. Ну, вы уже знаете из предыдущих программ, что детокс обладает антиоксидантными свойствами, что детокс способствует очищению, но у него еще выраженное такое противовоспалительное действие. И как раз в случае возникновения вот патологии суставов, в случае возникновения артритов и артрозов детокс очень хорошо влияет. И
Следующий компонент – это Урсул. Урсул сам по себе обладает выраженным таким противовоспалительным действием. Но в его составе есть мартиния душистая, которая тоже хорошо снимает воспаление в суставах и помогает выводить из сустава вот ненужные соли, которые обладают раздражающим действием и вызывают воспаление в суставе. Вот такая вот замечательная формула. Единственное, что хотела бы вам, вот, чтобы вы взяли на заметку, вот, да, хондроитин, глюкозамин, они помогут тому, чтобы хрящ восстанавливался. То есть они защитят его от дальнейшего повреждения и помогут восстановлению хрящевой ткани. Но дело в том, что клетки хрящевой ткани, они растут очень медленно. И поэтому, например, рассчитывать на то, что программа за один месяц даст такой окончательный эффект, не следует. То есть надо настраивать себя на длительный прием этой программы, ну, примерно в течение там, 4, может быть, даже 6 месяцев, чтобы получить эффект. Хотя вот уменьшение боли и увеличение объема движений появляется довольно-таки быстро, уже на первом месяце приема этой программы. И прекрасно дополнит программу гель Enjoin-T. Гель, который обладает согревающим действием, он улучшает кровоснабжение очень хорошо. Но кроме этого, он еще обладает противовоспалительным действием. Вот такая хорошая программа для поддержки ваших суставов. То есть эту программу можно использовать и для профилактики, и в том случае, если уже появились проблемы с суставами, помогут их успешно решить.